не принимать беженцев мы же не можем, я так понимаю, да? Ну и потом это, в общем, дружественная и родственная нам страна, которой мы не можем не помогать. Не знаю, что может быть для нас плохого в этом. Да ничего, мне кажется, очень много людей из Украины. С Украины или из Украины. Очень много украинских людей и так уже работают. Я не знаю, я этого пока не чувствую и не ощущаю. Я так понимаю, что там это же Ростовская область больше, там, да, туда большой поток идет беженцев. Не знаю, не знаю, мое мнение, так мне кажется, что людям нужно помогать, они в очень сложной ситуации сейчас находятся, к сожалению.